По оценкам экспертов, только прямые, счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов. Такова цена решения, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Вот я говорил о нашей инфляции, но страны еврозоны не проводят никаких специальных военных операций, а инфляция выросла у них, у некоторых, до 20%. Прямым следствием действия европейских политиков и событий текущего года станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах, что, в свою очередь, будет еще сильнее раскалывать их общество. Причем вопрос не только в уровне благосостояния, но и в ценностных ориентирах различных групп этого общества. Но все мы слышим про так называемую путинскую инфляцию на Западе. Я все время, когда вижу это, все время думаю, на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет. Вот и все. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают на самом деле, что происходит.